Внимание, руководители коллективов и коллективу, пожалуйста, готовимся к параду. Здравствуйте. Город Армян. Праздником. Праздником. Спасибо, что приехали. Как всегда. Спасибо. Праздником. Праздником. Я так понял, это воздушно-десантные войска, да, Александр? Новая форма у всех. Да. А это боевое подразделение. А это соратники наши все, мы же вот, всех знакомые лица все же. На баррикаде вместе были. Всегда готовы к выполнению задач. Молодцы, спасибо. Мы увидимся сегодня еще, да? Двумя руками. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Так, где он? Вот малая. Спасибо. Есть чем гордиться. Надо поддерживать. И счастье. Победителям побед. Ну так давайте вот мы с ассоциацией. Вот этот проект, который мы сегодня с вашего позволения будем от инициативной группы представлять. Здорово, Дневали! Слава Богу! Ай, дарай, растворите мне темную темницу, ай, дайте мне сияние ярко-белого дня, ай, дайте, ай, черноброго.
и импровизированной площади собрались зрители и творческие казачьи силы из всех уголков необъятной России и Крыма, чтобы возрождать, развивать, сохранять лучшие образцы традиционной казачьей культуры. И нам приятно, что это происходит сегодня, сейчас с нами, у нас в Крыму. И для открытия межрегионального фестиваля конкурса казачьей культуры «Крымские тулумбасы» приглашаем на сцену глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов. Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Владимир Бобровский. Члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации в Республике Крым Цекова Сергея Павловича. Руководителя отдела душепастырской опеки казачества при Симферопольской и Крымской епархии священник Игорь. Член Верховной Палаты Парламента Чешской Республики, сенатор от Устецкого края Ярослав Дубрава. Члены Русского географического общества, участники экспедиции «Великий шелковый путь» Альфат и Эльмира Галимовы. Министра культуры Республики Крым Арину Новосельскую. Атамана Крымской общественной организации «Слава и воля» Александра Палочкина. Помощника главы Республики Крым Антона Сироткина. Председателя Симферопольского районного совета Республики Крым Михаила Макеева. Главу Грозненского муниципального района Республики Чечня Магомедзоев Муса Мустафанович. Глава Нефтекумского района Ставропольского края Лиманов Павел Андреевич. Председателя Николаевского сельского совета, главу администрации Николаевского сельского поселения Алексея Ванова. Депутата районного совета Полищук Игоря Витальевича. Дорогие друзья, мы рады приветствовать всех участников фестиваля-конкурса «Крымские тулумбасы». Народный самодеятельный ансамбль «Славяночка», поселок Затеречный Нефтекумского района Ставропольского края, руководитель Ирина Бондаренко. Народный любительский театр фольклорной песни «Лепота», Красноперекопский городской дворец культуры. Руководитель Маргарита Ткачук. Ансамбль казачьей песни «Лазоревый цветок», Волгоградская областная филармония, город-герой Волгоград. Руководитель ансамбля, заслуженный артист России Геннадий Сипатенко. Тыченская городского округа Алушты, руководитель Вера Бендерова. Района, руководитель, заслуженный работник культуры Любовь Грицишина. Народный любительский ансамбль народной песни «Гармошечка-говорушечка». Надежда Ляковская. Казачий ансамбль «Вольница». Здорово одевали, братья казаки. Я рад поприветствовать здесь гостей и участников этого прекрасного фестиваля «Крымские тулумбасы». Вы знаете, рад, что фестиваль вот приобретает такой уже всероссийский масштаб. И сегодня приехали гости со всех уголков нашей большой страны. Но у нас и почетные гости сегодня из-за рубежа, из Чешской Республики, которым тоже огромная благодарность. Вы знаете, вот, наверное, все-таки проведение таких мероприятий, наверное, объединяет нашу страну и укрепляет
наш единый многонациональный мир внутри нашей страны. Вы знаете, все-таки казачество всегда исторически стояло на страже границ российского государства. Ведь в свое время Лев Толстой сказал, что граница породила казачество. И казачество сыграло огромную роль в становлении нашего государства. Всегда, во всех конфликтах, казачество было верной опорой российской государственной власти. И сегодня, в наше время, казачество доказало, что действительно может поддержать свою страну в сложную минуту. И прошлый год это продемонстрировало, вы знаете, когда приехали люди со всех уголков страны, мы поняли, что наше дело действительно такое, которое сегодня волнует всю страну, за которое готовы рисковать и отдавать жизнь лучшие сыны Российской Федерации. И, конечно, вот сегодня, вот видя такое единение, ну, душа радуется, что могу сказать. Мы всегда победим. Да здравствует Россия! Не для меня придет весна, не для меня дон разольется, и сердце девичье взобьется, восторг и чувств не для меня. Люба, казаки!